как-то сказала, что дом, хранящий память о смерти, это дом, где живет призрак прошлого. Фильм от Netflix. Меня зовут Лили. Я буду жить в вашем доме, если вы не против. Мне 28 лет. Мне никогда не исполнится 29. Прелестная девушка у вас перед глазами — это я. Но я сама все еще не вижу, что меня ждет. Я вижу лишь открывающийся ящик. Кто здесь? Разросшуюся плесень и эту кошмарную книгу. И женщину, которая ее написала. Только имя. Ее имя. Полли. Но я не вижу того, что скрыто, хотя смотрю прямо на него. Я прелесть, живущая в доме.